Атабаэхсан представляет. Был у царя Заузана один великодушный и благородный хаджа. Всем людям он в их присутствии оказывал услуги, а в отсутствие их хорошо отзывался о них. Случайно какой-то его поступок не понравился султану, и тот велел отобрать его имущество и самого наказать. Военачальники падишаха, признательные за прежние его благодеяния и обязанные ему благодарностью, в течение пребывания его в заключении обходились с ним дружественно и мягко, не допускали дурного обращения с ним. «Если хочешь дружбы с врагом, то сколько бы он ни злословил в твое отсутствие, ты хвали его в его присутствии, ведь у хулителя слова выходят из уст, и если не хочешь, чтобы слова его были горькими, подсласти его уста». Часть обвинений, предъявленных царем, ему удалось отвести, а за остальную он остался в темнице. Один из соседних царей тайно отправил ему такое послание: «Правители вашей страны не могли оценить достоинство такого вельможи, как ты, и оскорбили тебя. И если возвышенная мысль такого-то, да ускорит Аллах его освобождение, обратит свою благосклонность в нашу сторону, то будет проявлено величайшее усердие в ублаготворении его духа, а вельможи этой страны жаждут видеть его и ждут ответа на эти слова». Узнав об этом, хаджа подумал об опасности и тут же на обратной стороне бумаги написал коротенький ответ, какой считал нужным, и отправил его. Один из приближенных царя узнал об этом и царю сообщил: «Такой-то человек, заключенный тобою в темницу, поддерживает переписку с царями соседних стран». Царь вспылил и велел расследовать это сообщение. Схватили гонца и прочли письмо. Там было написано: «Благосклонность вашего величества к нам выше наших достоинств, и нет возможности у этого раба принять высокое приглашение, посланное вами. Ибо я вскормлен милостями этого дома, и из-за маленькой перемены благосклонности нельзя изменять своему благодетелю. Того, кто постоянно благодетельствует тебе, прости, если один раз во всю жизнь обидит тебя». Понравился царю благородный поступок его, одарил его почетными одеяниями и благами и просил у него прощения. «Ошибся я и обидел тебя без вины». Тот сказал: «О господин, в данном случае раб не видит за тобой никакой ошибки. Видимо, была на то воля Господа Всевышнего, чтобы с этим рабом случилось плохое. А раз так, то пусть уж это будет от твоей руки, ибо ты благодетельствовал этому рабу и оказывал ему милости. Мудрецы говорят: если случится с тобой бедствие, не обижайся на людей, ибо не от людей достаются покой и беспокойство. От Господа, знай, исходит ссора с врагом или другом, ибо сердца обоих находятся в его воле. Хотя из лука вылетает стрела, но человек мудрый понимает, что ее выпускает лучник». Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!